Всем привет, с вами Прия. Относительно недавно компания Blizzard сделала достаточно интересное нововведение касательно плаща. Вообще, если рассмотреть всю позиционку этого плаща, все абсолютно то, что вокруг него, скажем так, вертится, то на текущий момент получается так, то, что те люди, которые только в текущий момент апнут 15-й плащ, они уже никогда не догонят тех людей, которые имеют, например, максимальный плащ по карапту. По-моему, на текущий момент это значение равняется 92. Ну, то есть им будет это, мягко говоря, скажем так, тяжко. Те, кто находится там в серединке хотя бы, у них уже хотя бы там хоть какой-то шанс есть, у них все замечательно в целом. Так вот, компания Blizzard сделала довольно-таки интересное нововведение касательно того, то, что теперь помимо двух обычных ядер пагубы, можно будет за 2000 эхониолоты покупать дополнительные эти ядра. Вопрос весьма интересный, и перевод там всякий разный сделали, и сам оригинал статьи есть. В общем-то, не особо изначально понятно то, что можно ли закупать эти ядра пагубы более двух штучек в неделю, то есть можно ли их получать более двух штучек в неделю путем дополнительной закупки за эхониолоты. Одно ядро стоит 2000 эхониолоты. По прошлому видеоряду вы уже увидели то, что я и прошел видение, и убил Нзота в героике с рандомами. Довольно-таки интересная тактика в героике, после мифика-то тем более немножко от нее отвык. Так вот, сейчас проверим то, что можно ли после двух полученных ядер пагубы, ядер бездны, покупать дополнительные эти ядра. С этого уже будем думать, неограниченное у нас повышение плаща идет или же все-таки ограниченное. Потому что смысл от этих ядер, если вы и так убиваете Нзота раз в неделю и проходите видение раз в неделю, то есть просто тогда получается эти ядра для тех людей, которые, в принципе, ленятся делать эти действия. Покупаем ядро, юзаем. Момент истины, как говорится. Замечательно. То есть, неограниченное улучшение плаща. Ну что ж, похлопаем. Я хлопать не буду, потому что эхо будет неимоверное. Ушки ваши, я, как говорится, жалею. Вот. Так что получается как-то так. Закрываем видение, убиваем Нзота, и после этого закупаем столько ядер, сколько нам хочется, и столько, сколько мы можем. Потому что все-таки валюту можно потратить и на карапты, валюту можно потратить и на прохождение видений, валюту можно потратить и на эссенции. Касательно эхониолота, есть видосики на YouTube канале, можете их почекать касательно их получения, касательно их траты и всего такого прочего. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылках в описании. До скорого!